А что это такое? Это наше национальное блюдо хинкали. А как их кушать? Смотри, надкусываешь, а потом пьешь сок. Поняла? Вот так вот? Дай сюда это, хинкали! Что добру пропадать? Хоть пальму полью! Ты что, никогда не кушала хинкали, что ли? Брат, там еще сок остался в хинкали? Конечно, остался! Давай мою камри помоем! Давай помоем! Диски хорошо протри! Диски протри! Лучший хинкальный сок, братан! Подлей чуть-чуть побольше! Хорошо, братан! Хорошо! Хинкальный сок самый лучший в мире! Доктор, скажите честно, это же просто прививка от коронавируса, это не средство слежения за нами. Это обычная прививка. Готово. Прижмите, пожалуйста, ваткой. Привет, братан. Слушай, ты прививку в плечо от коронавируса делал? Да, уже два раза делал. У тебя нет сейчас такого ощущения, как будто за тобой следят? Да я тебя умоляю, кому мы нужны, чтобы за нами еще следили? Мне срочно к врачу! Паспорт. Какой паспорт? У меня шампунь в голове. Я сказала паспорт. Возьми. Медицинский полис с собой. Заполните форму на обработку персональных данных. Вы проживаете в нашем микрорайоне? Нет. Тогда заполните еще вот это. А это что? Это очень важная хуйня. Все. С вас 5000. Возьмите. Присаживайтесь, ждайте врача. Долго ждать? Врач принимает только по средам. Сегодня еще пятница. У врача такой график. Тогда отдайте мне мои деньги. Я не верну вам деньги, я уже отправила дочку в аквапарк. Тогда я взлетаю, у меня мама, ура! Погодите. Здрасте. Документы заполнили? Да, вот, возьмите. Вы меня вылечите? Сейчас документы посмотрю, ложитесь туда. Доктор, сюда ложиться? Да, туда. Можете пока не спешить, документы, это очень важно. Занимайтесь документами. Отдала сумку. Оставьте ее. Ты кто такой? Я Джамбулат, кавказский маг. Слышь, давай катись отсюда. Сам катись отсюда. Ну все, тебе конец. Подавай. Что подавай? А теперь подавай сильнее. Как я могу вас отблагодарить? Мне ничего не надо, ты меня уже отблагодарила. Каха, почему мы с тобой 3 месяца встречаемся, и ты до сих пор не показал мне своих родителей? Ты что, правда хочешь их увидеть? Ну а почему бы и нет? Мы же пара. Заходи, пойдем. Знакомься. Это мой отец. Справа в наручниках то, что это моя мама. Они держали в страхе Казань 4 года. Устраивали перестрелки с милицией. Подкупали местную власть. Ставили на счетчик всех, у кого водились деньги. Будешь черную икру? На, это тебе. Возьми, кушай. Это от меня. В Управление Федеральной службы контрразведки по Санкт-Петербургу и области пришла срочная оперативная информация. С Волгоградского рыбокомбината похищено 45 тысяч банок черной икры. Необходимо предупредить все таможенные переходы региона о возможном контрабандном провозе украденной икры. Если честно, ты первая женщина в мире, которая захотела узнать за моих родителей. Выходи за меня замуж. Это черный бриллиант. Будешь моей женой? В Москве на черном рынке появилось большое количество природных драгоценных камней, операции с которыми запрещены законом. Особенно поражало изобилие наиболее редких драгоценных камней – черных бриллиантов.
С ними были связаны и два убийства. Слушай, а чем ты занимаешься? Да ничем, там сям. Вот сейчас, допустим, в туалет пойду. Оперативники, получив информацию о похищенных вещах, провели в доме обыск. Там обнаружили украденный видеомагнитофон, телевизор, радиоприемник, ружье. Всем привет, я вегетарианец, я не ем мясо уже 20 лет. Каждое утро, когда я просыпаюсь, я прыгаю на скакалке один раз. После зарядки я всегда плотно завтракаю. Не переборщите, только половина горошка. Блин, я переборщил. Пожалуй, буду исключать сельдерей и сельдереевые диеты. Это весь мой суточный рацион. Терпеть не могу тараканов. У меня сегодня день рождения, и друзья приготовили мне замечательный торт. С днем рождения! Спасибо. Говори, что я здесь. Алло, любимая, да просто телефон под сиденье упал. Отвечаю я не с тёлками. Ты тут давно? Год. Я обращаюсь ко всем, кто убил моего брата. Да, может быть, для вас Лаша и был обычной скумбрией, но для меня это прежде всего мой брат, у которого была жена ваша, дети, папа, мама. Всем, кто принимал участие в его смерти, вам нет прощения на территории от Поти до Геленджика, чтобы ноги ваши здесь не было. Акулы опасные, сколько раз повторять, какая разница, кто какой национальности, нет разницы, сегодня это акула, толстолобик или барабулька, все мы прежде всего люди. Стейки, сёмги, он хавает вас. Иди своей жене трусы понюхай. А что? Точно так же пахнет, как эта рыба, только сёмга живой останется. Сёмга — это прежде всего чья-то мать, помни это. ХМРНТ. А что это значит? Хавать мясо, рыбу не трогать. Еще один вопрос. А есть ли какие-нибудь побочные эффекты у стероидов? Нет. Современная химия сейчас совсем на другом уровне. Она не имеет никаких побочных эффектов от слова совсем. Как ты упражнения делаешь, а? Спорь, пожалуйста, я говорю. Как ты упражнения делаешь, брат? Два тренера в зале. Спину прогни. Прогни спину. Ходят в зал. А оказывают ли стероиды какое-нибудь негативное влияние на нервную систему? Ну я ж тебе сказал, никакого негативного влияния на нервную систему стероиды не оказывают! Или ты меня не слышишь? А? Я ж повторял уже! А влияют ли стероиды на память? Ты как же делаешь, а? Сколько раз ты мне говоришь? Как же делаешь? Ты новенькая, да? Но у вас 5 лет занимаюсь. 5 лет занимаешься? Тогда делай правильно, что-то я тебя не помню. Оказывают ли они влияние на память? Кто? Стероиды. А, не оказывают.